22 июня, у нас сегодня необычная велосреда. В честь летнего солнцестояния мы едем на Кокжалял. С Наташей встретились, с Арсением на Алматинке Альфа-Раби. Ребята стартанули раньше. И втроем сейчас покатим на Кокжалял со стороны Казачки. Надеемся до 8:30 доехать. Поднимаемся по улице под названием «Свежесть». Улица проходит вдоль Наваи, или как она сейчас называется? Дулати, да. Наташа предложила объехать Латину по Дулати. Сэкономить сотни лет. А, хороший вариант, да. Походим потом. Да. Я никогда там не плачу. А последнее время что, они стали опять прибираться налево? Опа. Какие подъемчики? Починить. Стоять. Еще промоина была такая посередине. Заровняли. Повороты, где можно пройти и шлифовых момент. Стрял! Ё-моё, опять говно какое-то! Сейчас я подсушу чуть-чуть. Сейчас бота налетит, все. Но. А с Наташей как не поедешь, бля. Так, мы уже едем по Казачке. Поднимаемся, асфальтовый подъем. Объехали экопост. Сэкономили 500 тенге. 1500. 1500.
покатались по камушкам, по грязи. Полили бы нам, сказали, вы сами давай. Самостоятельно занес. Да, заправка у нас воды. Финансов нет на десятые. Так, мы, короче, доехали до шлагбаума на КЖ. Сейчас у нас минутный перекур и двигаем дальше. Сейчас сколько время? 2:23. 2:23. Полдевятого почти. Мы продолжили путь. Едем мы выше шлагбаума. Участок называется Плиты. Достаточно крутой. Зимой здесь гоняют на санках. Очень скользко. Летом сыпуха вот такая. Тоже надо аккуратно вниз. Здесь впервые еду. Капец, как тяжело. Самая низкая передача. Ноги еле крутят. Ну что, вот еще одна победа над собой. Заехал плиты. Фух, здесь уже полегче. Ножки отдыхают. Впереди Арсений заехал. Сзади Наташа катит. Не сдается. Здесь уже немного попрохладнее, особенно когда на скорости вниз едешь. Футболка мокрая и продувает так хорошенечко. Ой, здесь хоть возможность ножкам отдохнуть перед очередным подъемом. Табличка нам говорит. Я говорю, табличка нам говорит, что такой жалял 3,5 километра. Ботинки намочим, в прошлый раз намочил с детьми. Лучше через мостик, наверное. Да? Да. Решили по МТБшному прям через речку проехать. Но вода все равно в ботинки попала. А я побоялся, что я сам в глубоком месте застрян. У тебя каретка ниже. Электростанция. Я говорю, до электростанции доехали. Мы все еще едем. Если честно, я задолбался. Поддерживаю. Арсений меня поддерживает. Если там водичка есть, тормозем, я наберу.
приходится набирать речку, в речке воду. Все выпили, все закончилось. Вот, догнали Димку Широкого. А кто там, Тёма, да, едет? А? Кто? Ага. Уф, вот он, как жалял. Ладчики. Шоколадка к сосиске, ну ты. У нас же кончится, да? Нет, это специально для Славы берегу, на. Божественно, Слава, спасибо тебе. Слава, мне кажется, да. Специально так делает. Даже кулер. Посвети сюда, я поснимаю. А, по а потом говорит, есть? Да, я есть две сосиски, маленькая. Асафа, тебе такая не нравится. Сосиски съели. Что, налить туда? Где? Ладно, сейчас я возьму имя. Возьми на гитару. Алексей, здесь чая нету? Жрать все равно. Повторить? Чай все уже, ем. Чего ты хочешь? Болото нашли.